Крест Христов имеет особенную силу сохранять нас от всякого зла. Эту силу мы и призываем в молитве Кресту на все достояния Божие. Мы просим Бога, чтобы Он спас нас, людей Его, и благословил православную страну, Отечество наше, великими милостями, дал победы православным христианам над врагами и вообще сохранил нас силою креста Своего».